Всем добрый день и добро пожаловать на канал. Сегодня я покажу, что можно сделать из старых ненужных вещей, допустим, из платьев или из юбок, из подолов от юбок. Мама у меня занялась и шьет вот такие сеточки, с которыми можно сходить в магазин. Раньше назывались авоськами, такие маленькие сеточки, а вот эти вот, эту сеточку она сшила по моему заказу. Я выбрала юбочку, которая как бы уже и не нужная, ну вот, которая мне хотелось бы, чтобы была сеточка. Здесь кармашки и вот такие ручки. Сеточка маленькая. Заказала я специально небольшую. Дно вот как прошито, чтобы оно было не просто как у обычного пакета, а так как вот донышко, чтобы было более интереснее смотрелось. Следующая сеточка, это она у знакомой высмотрела идею и сшила мне, уже принесла готовую, вот такой фасон сеточки. Ну, тоже имеет место быть, конечно же, очень интересная. Вот такие вот два маленькие кармашка, внутри все обработано. Ну, это тоже из юбочки сшита такая сумочка, сеточка. Также донышко тоже вот по краям прошивается, уголочки, чтобы оно было более как бы вот по форме, форма донышка. Здесь вот вообще уплотнено немножко, ну не уплотнитель там, а просто вот ткань в два слоя и обшито все по краю. Здесь ручка даже руликом обшита. Еще в подарок она своим подругам две, ну вот они одинаковые сеточки получились. Мне очень понравились. Она раньше шила большие сетки, а тут вот я ей раззаказала маленькую сумочку по маленькому пакету, по размеру маленького пакета. И вот она теперь начала шить такие миниатюрные. Она, так как обычно раньше всегда набирала большими сетками, поэтому больше в ход шли большие, а так как вот, допустим, просто до магазина добежать и иметь при себе сеточку, можно вот вполне такую, если немного припачкалась, можно легко взять ее, состернуть и снова идти, уже здесь не порвется. И допустим, вот сахар обычно покупает она, чтобы не прорвался он, его ложит отдельно, допустим, в мешочках, в такую сеточку, а потом уже куда-то, так как мешки, сахар в мешках хранится в магазине не всегда в крепких, поэтому был случай, что она порвала и просыпали сахар. Поэтому, ну, как бы вот удобные очень сеточки. Используем мы, ну, не часто, но во всяком случае бывает. Ну, всем спасибо за внимание. Хотелось мне поделиться вот такой, ну, интересной, можно сказать, идейкой, которую можно воплотить даже под любой наряд. Можно вот эти ручки сделать с ну вот здесь вот от края, допустим, и более длинные, и сеточку можно даже покороче сделать. А вообще-то сейчас в моде такие, наоборот, более большие, ну как вот побольше сумки. Можно сделать и большую сумку сшить. В интернете, конечно, я посмотрела, много различных есть сумок. Ну вот,
Таких как-то я не встретила. Может быть, неправильно набирала. Ну и всем спасибо за внимание. До новых встреч!